Смотри, что надо делать? Надо вот так вот бежать, бежать, бежать. И, короче, вот так вот его убивать. Вот так хопа-хопа, и все. И забирай дроп его, забирай. Офигеть, вот там это сзади, ты мощь. Сзади тебя еще шлем. А перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать зайти и подписаться на канал Макар. Это очень четкий канал, это, если что, мой друг. Обязательно на него подпишитесь, так как он снимает очень годный контент. На его канале присутствует очень красивое оформление, очень качественные видеоролики. Также Макар очень часто стримит, поэтому ссылка на него в описании, обязательно подписывайтесь. Критка, хочешь, я сегодня покажу тебе фокусы? Че, аферист? И всем привет, с вами я, Гера, и сегодня мы вместе с Дефиандом поиграем в SkyWars на сервере Hypixel. Ну что же, ребята, всем привет. И да, мы играем на Hypixel, не поверите, опять. Да, опять. И, короче, мы записали уже для вас эти эпичные катки, они получились прям очень угарные, реально. И там очень много информации, поэтому обязательно досмотрите этот видеоролик до конца. Поехали. И наша первая катка уже прямо сейчас начнется. Смотрите, какой у меня этот скин Херобрина. Ты вообще не боишься со мной играть? Не, мне вообще насрать, я в России живу, чувак. Да, я не приеду из Украины. И так, я вижу, у тебя более-менее нормальная броня, правда, нам не попался жилет, да, именно. Жилет. Критка, расскажите о своих ощущениях про прошлую катку. Это было чрезвычайно обидно. И наша следующая катка уже прямо сейчас начнется. Я даже не буду говорить, попытаемся затащить, потому что мы что-то не можем это сделать. Но мы сейчас, конечно, даже и не пытаемся сделать, по крайней мере. Я не знаю, что там Критка думает. Ну, Критка, вообще, что ты думаешь о последних двух катках? Ну, во-первых, ты показал свой профессиональный скилл. Это уже хорошо. Показал, что ты действительно кубачер, и ты действительно способен тащить. А во второй, ну, во второй какой-то троллинг произошел. Там какие-то чуваки, какие-то крысы. Прилетели, да, вообще. Ну, ладно, давайте, наверное, чуть-чуть приступим, вообще совсем чуть-чуть там к одной теме. Буквально потратим на нее минуту-две, и потом я уже опять там буду рассказывать про ресурс-пак и так далее. Нагодник забери! Спасибо, так ладно, окей. Тут к нам кто-то пришел. Ну, он сейчас, конечно же, уйдет. Так, жесткий. Ладно, давай расскажи про свой канал вообще. Кто ты раньше был там и так далее. Я был раньше Криткой. У меня раньше было 18 подписчиков. Сейчас канал переделан под организацию Rhyme Time Nerds Organization. Подписывайтесь в описании, шучу. Ну и потом, как бы, я решил, канал занят, поэтому создам края новый. И начну с чистого листочка, и у меня будет адекватная аудитория. Видимо, я это все-таки не выполню. Ой, да. Ну, короче, это да, это бывший Критка, которого скинули, которого затроллили, как я его раньше троллил. И ссылка на него в описании, обязательно на него подпишитесь. Ё-моё. Что ты видел? Я в паутине застрял! Ты понимаешь, вот видишь эта долбанная паутина? Да я вижу это долбанное дерево, которое ты уже обдал. Капец, просто, слушайте, я это выложу только из-за того, что вот эта долбанная паутина, и только из-за того, что Критка рассказал про свой канал, ну, уже не Критка, да, а кто ты уже, вот скажи еще раз. Дефиант, вот, все услышали. Короче, да, поэтому я это, пожалуй, выложу. А в следующей катке я вот вам уже просто обещаю, мы уже затащим, поехали. И наша следующая катка уже прямо сейчас начнется. И здесь я уже пообещала то, что мы затащим. Ладно, Критка, ты там лутайся, да. Крутой у тебя лут. Вообще. Как бы троллим Критку на SkyWars'е. Да, кстати, сегодня будет троллинг Критки на сумо. Ну, кто давно уже на моем канале, тот знает. И кто этот, как его, помнит еще бывшего Критку, то тоже это помнит. Так, что будем делать? Убивать? Мы ж тут как бы ради этого и пришли. Да, думаю, кстати, я вообще учу сегодня тебя ж как бы играть. Да. Смотри, что надо делать? Надо вот так вот бежать, бежать, бежать. И, короче, вот так вот его убивать. Вот так хопа-хопа, и все. И забирай дроп его, забирай. Офигеть, вот там это сзади, ты мощь. Сзади тебя еще шлем, забери там. Ничего, без него поживу. Ой, тут какая-то лягушка. Лягушка. Ой, что-то лягушку слили. Кстати, я же обещал то, что я затащу. То есть, если Критка проиграет, я не виноват. У меня один килл. Так, ты жив там, надеюсь? Я пока что, да. Окей. Я буду немножечко отходить, потому что мне все-таки больно будет. Тебе больно? У тебя одно хп, дядь. Да, мне больно. И у меня есть серединка, отлично. Так, тут, короче, чувак с плащом фьюшки. Так, а мне надо тебе прибежать, наверное. У него просто мало хп, поэтому надо его убить. Все, отлично, я его убил.
Забрал нормальный меч просто. И, кстати, играем мы сегодня с очень классным ресурс-паком. Ну, я с ним как бы играю уже все катки. Вы, наверное, увидели то, что он реально очень четкий. Ссылка на него обязательно в описании. Просто взгляните на этот меч. Это, я не знаю, вы понимаете? Он как бы не сильно уж худой, не сильно уж длинный, не сильно короткий. То есть реально просто очень четкий меч. Очень четкая броня, все реально очень четкое. То есть классно очень партикулы. Очень четкий прицел, просто посмотрите на вот этот прицел. Реально классная очень броня. Честно, очень классный ресурс-пак. Вот. Тупо четко. Да, тупо четко, именно тупо четко. И, кстати, наверное, через вот после этой катки мы там пойдем с Криткой. Ой, да блин, да ё-моё, научи меня. Не важно, тебе можно. Да, окей. Ну, короче, да, мы с ним пойдем на этот, как его, на... Тумон. На дуэли. Ну, как бы... Опять же, кто давно на моем канале, тот помнит, что у меня с Криткой было на дуэлях, именно со с Криткой, вот сразу да. Вот так вот захожу на дуэли, и, в принципе, давайте приступим, поехали. Ну, давай я буду думать то, что ты еще тот Критка, стой, не бей меня, не бей. Короче, да, помнишь вообще, что здесь было? Вот именно, вот это здесь было, и смотри, короче, Хайпиксель ничем не изменился, встань вот сюда. Хорошо, встаю. Встань, смотри вот сюда. И сейчас смотри на меня. Вот как тебе удары, смотри. Я уже понял. Ладно, короче, давай я не буду даже тебя мучить, и ты просто улетишь, короче, все, до свидания. Короче, я, если что, сейчас выключил микрофон, то есть меня сейчас Критка не слышит. Я сейчас включу микрофон. И этот, как его, он меня будет слышать. Я, если что, сейчас его троллю, типа, я закинул в соло, сказал то, что меня не закинуло, а этот, как его, я с ним как бы в катке, но он этого не знает. Сейчас я включаю микрофон, сейчас, секунду. Так, все, Критка, слушай, короче, я там отходил, я случайно в соло закинул, а меня еще и не закинул. Ну, ты там тогда сам поиграй, да? Окей, я поиграю сейчас пока что сам. А то я думаю, чего я сундуки могу ломать. Я тогда этот, как его, ВК пока почекаю. Окей. Ага. На какой-то, кстати, карте там? Glazed. Да, это, кстати, новая карта. Ну какой-то странный чувак. Чё? В смысле? Да меня чувак сейчас просто бил, я не знаю, как какой-то... Вот просто, знаешь, такой сразу начинал просто бить за 4-5 блоков. Так, ну, читер, кинь репорт. Окей. Ты не кинешь репорт, это я был, я под ником был. Чего? Ну я меня закинула в соло, я специально сюда закинул. Я не отходил, я микрофон выключил, чтобы сказать то, что типа тебя троллят. Ё-моё, знаешь, реально, ты, наверное, себя уже чувствуешь каким-то просто дико затролленным. Да, мое состояние морального... Да, только ты там опять из Ютуба не уйди, а то обидишься еще. Yeah. Блин, меня слили, но я все-таки это выложу, потому что я не смогу тебя как бы снова затроллить, поэтому надо это обязательно выложить. Ладно, давайте перейдем к следующей, последней катке, поехали. Критка, а что у тебя такие ручки худые? Потому что я играю в осы. Я понял, ладно, окей, значит, смотрите, мне кажется, не все поймут этот рофл, но ладно. Так, короче, бафаем спиды, и да, мы решили зайти 2-2 дуэли, потому что здесь я просто все расскажу. Короче, играли мы сегодня с Криткой, но играли мы уже не с Криткой, а играли мы, скажи еще раз, с кем? С Дефиантом. Да, с Дефиантом, я еще не подумаю, на этот раз я не забыл твой ник, просто типа захотел, чтобы ты это сам сказал. Вообще пофиг. И да, играли сегодня с просто топовым ресурс-паком, я про него там рассказывал, то, что он очень классный. И также мы сегодня уже 2 раза затроллили Критку, ну, полноценно 1 раз. Ой, да блин, какого Критку, ё-моё, ладно, скоро я научусь нормально это говорить. И вообще получился, я считаю, очень смешной ролик. Ну, как ты считаешь, смешной или нет? Достаточно. Достаточно, ладно, давай, повар. И, в принципе, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии, всем пока-пока. Всем пока.